Всем привет! Продолжаем разбирать образы икон. Сегодня я расскажу вам о Сретении Господне. Сретение Господне – это 12-й, так вот говорят, праздник, который приходится на 40-й день после Рождества. То есть это 2-го-15 февраля по новому стилю. Он установлен в честь одного из немногих описанных Евангелием событий детства Христа, то есть принесения его как первенца семьи в Иерусалимский храм. Так требовал обычай. Сретение переводится как встречи, то есть принесение младенца в храм. Итак, евангелист Лука вот что рассказывает об этом. Мария и Иосиф отправились с младенцем на 40-й день в храм. Дело в том, что был определенный закон, он предписывал совершать над каждым первенцем мужского пола обряд посвящения Богу. И вот Мария и Иосиф взяли с собой двух горлиц для принесения жертвы. И в этот же храм пришел человек по имени Симеон, как написано в Евангелии, муж праведный и благочестивый. И этому Симеону было предсказано, что он не увидит смерти до тех пор, пока не увидит Христа. И вот когда родители, то есть Мария и Иосиф, принесли младенца Иисуса, Симеон взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Так вот, Симеон благословил Христа, а, конечно же, ведь Мария и Иосиф очень удивились тому, что сказал Симеон. Он им предрек трудную великую судьбу сына Марии и Иосиф. И вот так он сказал: «И тебе самой оружие пройдет душу», сказал матери Иисуса Симеон. Евангелист Лука говорит, что во время встречи Симеона с Иисусом Христом в храме была женщина. Ее звали Анна, пророчица Анна, которая славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Так вот, совершив этот обряд, Иосиф и Мария с младенцем вернулись в Назарет. А Симеон, когда встретил Христа, обрел смерть, отпущенному по слову Божьему, потому что он увидел Христа. Вот примерно такая история, которая описывает Сретение Господне, образы Сретения Господне. Как правило, на образе мы видим Иосифа и Марию, Симеона. Ну, иногда, в общем, на образах встречается еще и, конечно, пророчица Анна. Вот, допустим, древнейшие домонгольские образы Сретения еще сохранились в стенописи и в убранстве древних храмов. Прекрасно сохранилось Сретение, выполненное в технике золотой наводки на меди, которую украшают золотые врата Рождественского собора в Суздале. 13 век, между прочим. И вот, как вы видите, действительно на всех образах Симеон, ему движется навстречу Богородица с младенцем на руках. Анна стоит недалеко. Иосиф, который несет белых горлиц для жертвоприношения. Ну вот примерно такая история, которую я хотел рассказать об образе Сретения. Но надо же понимать, что написано на иконах. Ну вот сейчас вместе с вами я сам, собственно говоря, и узнал, что там такое написано. Вот и все. Я вам сейчас покажу все те образы Сретения, которые я нашел в интернете. Вот, собственно говоря, и все. Всем пока, всем привет. До новых встреч, до свидания. Пока-пока.